Поздравляю вашу всю семью. Три молодые многодетные семьи из Курагинского района 28 февраля получили из рук главы района Любови Заспа долгожданные документы – сертификаты о получении государственной поддержки на обеспечение жильем. Здоровья, благополучия, счастья в вашем доме, чтобы все было хорошо. Уже много лет реализуется программа, и многие молодые семьи получили возможность приобрести или построить собственное жилье. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в 2022 году в списке 68 молодых семей, из них 8 являются многодетными.